Добрый день! Добро пожаловать на мой канал! Сегодняшнее видео будет видеообзором на 3 косметические продукта, которые были мне любезно предоставлены компанией «Бархатные ручки». Если вы хотите узнать об этих косметических продуктах, то оставайтесь со мной. Первое, что я хочу сказать, я хочу поблагодарить компанию «Бархатные ручки» за предоставление продуктов. Пришли вот в таком пакете. И, конечно же, сами продукты, которые лежали в этом пакете. Первую коробку, которая мне пришла на обзор, это профессиональная косметика по уходу за руками из серии Aqua Lifting. Сюда входит крем для рук и маска для рук. Следующая коробка, которая пришла мне на обзор, это тоже профессиональная косметика по уходу за руками из серии Роскошная кожа. Сюда тоже входит крем для рук и маска для рук. И последний продукт, который мне пришел на обзор, это крем для рук «Формула нежности» для чувствительной кожи рук. Первое, что мне понравилось в этих косметических продуктах, это оформление от тюбика. Он мягкий, из него очень удобно выдавливать крем и мазать себе руки. То есть не надо нажимать очень сильно, чтобы выдавить косметический продукт, который находится в этом тюбике. Плюс этот тюбик прозрачный, то есть вы видите, сколько у вас осталось продукта для использования. Прежде чем рассказать об этих косметических продуктах, которые были мне предоставлены на обзор, я должна была их протестировать, чтобы узнать, подходят ли они мне и как они действуют на моей коже рук. Я их протестировала. Тестировала я примерно 1 месяц. Конечно же, за 1 неделю нельзя узнать о продукте. Нужно длительное время. И, конечно же, более будет результат виден, подходит ли продукция и как она действует на руках. Итак, я сейчас вам расскажу свой отзыв об этих продуктах. Первый свой отзыв я начну вот с этой подарочной коробки, которая называется «Роскошная кожа». В этой коробке лежит крем для рук «Роскошная кожа» и плюс маска для рук «Сияние молодости». Когда вы открываете эту коробку, то вы видите очень красивое оформление. Крем для рук и маска для рук, упакованные в специальные ячейки. Этот крем я использовала утром и вечером. Легкое нажатие на тюбик, и крем уже на ваших руках. Этот крем хорошо впитывается, не оставляет пленки. После этого крема, в состав которого входит масло какао, которое питает интенсивно и смягчает вашу кожу, ваши руки станут ухоженными, красивыми и, конечно же, привлекательными. Следующий продукт у меня идет маска для рук «Сияние молодости». Эту маску я наносила 1 раз в неделю на ночь. Что я заметила, что после этой маски у меня руки стали нежными и бархатистыми. Быстро впитывается и не оставляет после себя жирной пленки. Следующий мой отзыв будет о программе Aqua Lifting. И сейчас я расскажу свой отзыв об этой серии, которая называется Aqua Lifting. Здесь лежит крем для рук Aqua Lifting и плюс маска для рук «Сияние молодости». Здесь также красиво сделана и продумана упаковка. Крем и маска для рук лежат в отдельных ячейках. Начну я свой отзыв с крема для рук Aqua Lifting. После того, как я нанесла этот крем на свои руки, я не ощутила никаких неприятных ощущений, потому что этот крем прошел дерматологическую проверку. После крема не остается никакой липкости на руках, и этот крем хорошо увлажняет и питает кожу. Мои руки стали более мягкими и увлажненными. Кстати, даже эффект увлажненности остается длительное время, даже после мытья рук. Этот крем имеет белый цвет, и он хорошо распространяется по коже рук, хорошо впитывается. Следующий продукт, о котором я сейчас сделаю отзыв, это формула нежности для чувствительной кожи. Перед вами крем для рук, формула нежности, это идеальный уход для чувствительной кожи рук. Вот так выглядит этот крем внутри.
Что можно сказать об этом о креме? Только положительные отзывы, по крайней мере, на моей коже. Кстати, этот крем я давала еще использовать моей маме, и она от него просто в восторге. Ей очень понравился этот крем. Ее руки стали нежными и, главное, конечно же, ухоженными и красивыми. Этот крем также имеет белый цвет, и он хорошо распространяется на коже рук. Этот крем хорошо впитывается. Кстати, забыла вам сказать, я не только мазала этим кремом себе руки, я также мазала себе этим кремом локти. Наши локти тоже нуждаются в заботе и уходе, так что не забывайте их тоже мазать кремом. Пусть они тоже у вас выглядят красивыми, ухоженными, нежными и, конечно же, привлекательными. Я читала очень много отзывов об этой косметической продукции, и там мнения расходятся по поводу запаха этого крема. Я хочу сказать о свое мнение. Запах должен быть у крема нейтральный. Мы же не будем постоянно нюхать свои руки. Мы ждем результат от этого крема. Главное, как они выглядят ухоженными и красивыми. Ну а запах — это уже второстепенность. И на этом я хочу закончить это видео. Я еще раз хочу поблагодарить компанию «Бархатные ручки», которые прислали мне на обзор крем для рук и маску для рук. Спасибо вам большое за предложение сделать обзор на вашу продукцию. Я надеюсь, что вам это видео будет полезным, и вы узнаете из него много информации, которые я рассказала. Все. Всем пока, счастливого вам дня и удачных вам покупок!